Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Ломбард «Титан». Продажа качественной БУ техники. Огромный ассортимент. Прием бытовой техники на комиссию. Индивидуальный подход. Воровского, 133. Телефон 78 15 26. На Победиловском тракте водитель автомобиля с камерой дважды чуть не попал в ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На Победиловском тракте владелец регистратора удивился интенсивности встречного движения. Ему пришлось дважды уходить от лобового столкновения со встречными автомобилями. Еще одного любителя прокатиться по встречной полосе запечатлел регистратор на улице Щерса. Так красный Lexus, как бы не замечая встречные машины, объезжал пробку. На улице Производственной водитель «семерки» едва не спровоцировал ДТП. На перекрестке улиц Ломоносова и Кольцова водитель КамАЗа решил проскочить перекресток на красный сигнал. На улице Ленина водитель серебристого Hyundai проехал на красный и оказался, как говорится, между двух огней. Впрочем, водителям, которые ехали на зеленый, пришлось уступить дорогу нарушителю. На улице Красноармейской водитель Рено поехал против одностороннего движения. Там кирпич знак проехал, дебил. Нарушителю стоит напомнить, что за такой маневр ему грозит лишение прав. Михаил Вагин, место происшествия.